Оживленно и празднично было 27 декабря во Дворце культуры имени Кирова. Праздник Рождества отметили члены немецкой культурной автономии. О добрых и славных традициях в материале Виктории Дышаевой. Рождество в Германии традиционно считается праздником семейным, обряды и ритуалы которого соблюдаются во всех домах. Одной из самых значимых традиций в католическом Рождестве является четыре свечи, каждая из которых имеет смысловое значение – мир, вера, любовь и надежда. В этот праздник свечи горят не только в рождественском венке, они горят повсюду, создавая особое настроение. Также немцы любят мастерить своими руками различные украшения – ангелочков, фигурки людей и животных. И каждый раз перед Рождеством или перед Пасхой, или перед Успением, ну разные праздники бывают, да, связанные с христианскими традициями и обычаями, всегда православный священник любой или католический священник рассказывает одну и ту же историю о Деве Марии, о том, как она пришла в город Вифлеем и родила там младенца Христа. Вот. И кажется, весь мир уже 2000 лет знает эту историю. И тем не менее, никто не устает ее повторять из раза в раз. Поэтому атрибуты на этом празднике символичны. Они традиционны также. Это обязательно крипа, то есть пещера. Это обязательно ясли, где лежит младенец Христос. Немецкий культурный центр давно сотрудничает со станцией юных техников. И в честь великого праздника ребята подготовили специальную выставку декоративно-прикладного творчества «Пряничный домик». Рисунки, подделки, куколки – всего было представлено около 50 работ, сделанных вручную. Сегодня на территории Копейска проживают около 2000 российских немцев, и такие встречи для них весьма значимы и всегда долгожданны.